Моя фамилия Карабаев, зовут Игорь Шамасурович, я заведующий нейрохирургическим отделением Всероссийского центра экстренной радиационной медицины МЧС России. В ближайшее время нам удалось провести клинические испытания аппарата Витон 3D в работе с онкологическим профилем наших пациентов. Это онкология головного мозга, спинного мозга и позвоночника. Весьма благоприятные впечатления от аппарата, который позволяет, на мой взгляд, есть несколько таких отличительных особенностей. Во-первых, это всегда позиция хирурга сидя, что, понятное дело, улучшает качество микрохирургической техники. Аппарат позволяет давать достаточно большое, глубокое разрешение, именно глубокое и большое. То есть это можно работать на увеличении от 8 до 12 с очень большой глубиной при этом раны. Изображение в 3D только улучшает картинку и визуализацию, собственно говоря, этого процесса. Технологически несложно обучиться элементарным системам управления этим аппаратом. Очень благоприятные впечатления. По крайней мере, хирургия, исполняемая из небольших микрохирургических доступов, она весьма эффективна с использованием данного аппарата. Безусловно, это не микроскоп, потому что нет возможности, пока на сегодняшний день, по всей вероятности, контрастировать опухолевую ткань, чтобы более четко визуализировать. Нет возможности контрастировать сосуды, если речь идет о необходимости какой-то верификации магистральных сосудов головного или спинного мозга. Но это все в будущем. По крайней мере, предыдущая версия этого аппарата в режиме плоскостного изображения и вот этот вариант 3D, конечно, значительный шаг вперед. Рекомендую. Для хирургов, тех, кто занимается серьезной хирургией, онкологией, прежде всего, головного и спинного мозга.